Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SM. Это у нас капрал кавалерийского полка Республиканской гвардии Франции. Модель на 16 масштабе под номером 1607. Снимаем наш боксар. Нашу коробочку. В коробочке нас ждет один пакет с ледниками и одна инструкция. Инструкция у нас выполнена в виде формата листа А4. Также у нас есть вот такой вот плакатик. Данный плакат можно куда-нибудь повешать или там красить, когда, чтобы ориентироваться на какой-то прототип. Дальше, как я сказал, у нас лист формата А4. Давайте покажу вам цвета, необходимые при сборке окраски данной модели. Revel и Tamiya. Вот наша палитра. Так, первый лист у нас ледники наши. И сама модель указывается буквенным обозначением цвета, каким красить. Цифры — это у нас номер детали на леднике. Вот теперь сама модель. Вот у нас подставка. Друзья, на подставку я уже много раз делал обзор, можете посмотреть. Ну ладно, вкратце здесь пробегу. То есть сама непосредственно подставка. Видны, ну ладно, сейчас покажу, а не искать на канале. То есть вот наша дана подставка. Такая вот. Так покажу. Вот. Вот наша подставка. И на нее даны 4 варианта покрытия. Ну, тут какие-то там брусчатки, асфальт, не знаю, еще там, может что. Ну, такие наши покрытия. Интересно. Далее у нас два ледника. Это у нас один ледник, это шлем и оружие, и сама фигура. Хотел бы по размеру фигуры так сориентировать вас, что фигура у нас достаточно высокая. Ну вот, к примеру, могу сказать так вот. Вот у нас от низа до, ну грубо говоря, до бедра. Это у нас. Так, 5 сантиметров, то есть вот 5-7 сантиметров до бедра, то есть туловище еще 4, 11, там голова, ну достаточно высокая фигура, сантиметров там 13-15 будет она. Интересно, такая большая фигурка, 16 масштаб, любителям рекомендую, сразу говорю. Так, ну и теперь давайте наша модель. То есть хотел бы обратить внимание на лицо. Лицо достаточно детализированное. Дальше хочу сказать про, что у нас туловище, оно отлито двумя деталями. Также ноги у нас даны двумя деталями. Так, тут сразу хочу сказать, у нас нету стыка пресс-форм. То есть это радует, это очень хорошо. Далее у нас рука, которая держит саблю, не знаю, как правильно это называть. Вот, и хотел бы обратить внимание на то, что у нас кисти рук, они даны отдельные детали. Даже есть по пальцам, то есть тут большой палец руки дан отдельно, то есть кисти, сама большой палец дан отдельно. Давайте про само обмундирование скажу. То есть оно приклеито хорошо и качественно. Все это видно. Так. Ну вот тут, наверное, даже больше сказать-то ничего не могу. Мне кажется, только то, что вы порадуетесь, собирая и окрашивая данную модель. Ну и у нас тут его, скажем так, шлем. Головной убор, не знаю кто как, скажите. Тут у нас все отлично. Так, вот тут у нас присутствует
небольшой облой, чуть-чуть его, но он проблем вам не доставит. Вот, друзья, наверное, я завершу обзор данной модели. То есть модель у компании Sim хорошая, отличная, качественная. Поэтому, если вы любите 16 масштаб, особенно собираете вот эту всю серию, она достаточно уже большая у нас у компании Sim, поэтому смело приобретайте. Модель по сборке вас должна порадовать. Всем спасибо, всем пока.